Светлана Симбирская, она же фэшн-блогер, на момент смерти вела трансляцию. На теле жертвы была обнаружена кукла. 3 года назад на теле первой жертвы нашли Золушку, на теле второй – красную шапочку. Премьера. Следующая какая? Спящая красавица. 3 года назад убили мою жену. Я знал, что посадили не того. Теперь убийца вернулся. У Юры посттравматическое стрессовое расстройство. Он очень опасен. Для вас, для меня, для всех. Кукловод. Мальчики не играют в куклы! И что вы теперь будете делать? Искать. 6 ноября в 18:20 на канале ТВ-центр.